Вы не найдете справедливости в близких отношениях. В личной жизни справедливости нет. Если вы будете искать справедливость, вы разрушите много-много отношений, пока не поймете опять эту истину, что в близких отношениях справедливости нет. Там есть только любовь и судьба. Любовь означает счастье в отношениях с близким человеком, а судьба означает несчастье. Все, то есть приходит время, и счастье заканчивается, наступает судьба. Что значит быть взрослым в отношениях? Это значит понять эти истины. Веди себя легонько с близким человеком, не навязываешь. Для женщины легонько означает уважать мужчину, его мнение, уважительно к нему относиться. Для мужчины легонько означает очень заботливо, мягко, нежно себя вести. Все. Вот это то, что надо делать. При этом не надо себя терять. Мужчина остается мужчиной, женщина остается женщиной, она не становится рабыней Изаурой. Понимаете, то есть она, что значит она остается? Это значит, что она может сказать в любой момент свое мнение. Женщина не младшая для мужчины, она равная, но она ставит себя в такое положение для того, чтобы мужчина развивался, для того, чтобы он побеждал всех и так далее. Она так себя ведет для того, чтобы он стал лучше. Мужчина тоже не подкаблучник, если он там ля-ля-тру-ля-ля. Он так делает, чтобы жене было комфортно жить. Все. Он может сохранить себя, иметь свое мнение. Ему ей 100 лет не нужно твое мнение. Вот, допустим, ты там сказал в атаку, она в это не лезет. Ей важно, чтобы ты с ней вел себя нежно, а там с кем-то еще твой выбор. Например, если вы так вот, допустим, вы с женой вот так сидите, ля-ля-тру-ля, если вы то же самое сделаете где-нибудь на работе, скажете, ля-ля-ля. Она подойдет и скажет, ты как с ним разговаривал? Скажи по-мужски. Она будет за тобой следить, чтобы ты был мужчиной. Но рядом с ней другой вопрос уже.